Как сейчас? Ну, сейчас видишь меня? Да. Ну, вот и все. Все, мир вам. С миром. С вопросами к вам, Игнатий Тихонович. Ну, давай, если смогу ответить. Я уже заранее. Так. Апостол Павел Тимофею пишет о том, что христианам необходимо молиться за царей и за начальствующих. Я знаю, что это повеление вы, Игнатий Тихонович, неукоснительно соблюдаете. Так, подожди, минутку, подожди маленько. Говори. Да. Но? Еще чего? Не знаю. Ну зачем резать ногу-то? Это просто все. Я сегодня вот первый раз почувствовал там это, что-то видно, что огонь какой-то. Ну все, так ты позвонишь или как? Как мне? Ждать что-то или самому тут действовать? Нет, не надо скорую. Завтра утром мы позвони мне, я Сергею, ты ему сейчас позвони, чтобы он... Да не надо тянуть до утра. До утра будет еще хуже. Да нет, мы молились, я его водой святой помыл. Нет, на ночь я не хочу, не хочу, просто не хочу. Что положено, то и будет, я Богу доверяюсь. Ну, с Богом. Позвони утром, пожалуйста. Нет, не могу. На ночь я не поеду. Там никого нету, ничего, там будем под ногами путаться. Сейчас. Сейчас. Никак. Ну на завтра перенеси. Ну только подозрение острое. Это может быть от того, что у меня теплые носки были ночью? Да нет, конечно. От чего бы он был тромбоз-то? Нельзя было задеть, я сейчас походил, маленько расходился, уже наступаю, не поеду я. Мне лучше дома умереть. Ну все, значит, до завтра, давай, с Богом. Позвони мне и Сергею, чтобы меня потом поговорил, увезти. Оторви.